Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Рома расскажет стоя на белом кирпичном фоне. Новостей 3, все шикарные, поехали. Новость от ГТРК «Вятка». В советском районе в кювет улетел мопед. От создателей таких заголовков, как «Ниссан угодил в капкан», «Газель повалила ель», «Пежо въехали в жо». Следующая новость от первоисточника. В Кировской области запустят производство порошка для строительства дорог. Посмотрите на фотографию. Это порошок, от которого дороги становятся ровными. Как пишет источник новостей, используя новый продукт, асфальт можно будет укладывать даже в минус 20. Мне кажется, мало берут. Используя этот порошок, веселые, бодрые строители смогут укладывать его и в минус 50. Вот как будет выглядеть укладка асфальта глазами типичного дорожного рабочего. А знаете, почему его будут производить в Кировской области? Дело в том, что когда в предыдущий раз этот порошок пытались ввести из-за границы, на таможне с директора строительной организации повязали. Так что уж как-нибудь сами. Ну и последняя, тоже дорожно-строительная новость. На улице Упита дорогу залатали ковром. Теперь он задает стиль всей улицы. Это был ценный ковер. Это был... Да, ковер задавал стиль всей комнате.